Днес е тишка, но за мен всеки ден слънце. Защото вие сте моето слънце. Всички, всеки от вас е луч. Теплый луч, горещ луч, который несет на всякое здравие, топлина, свет, благополучие и добро. Ас обичание много. Днес профессор говорил, что за нас беше много трудно в начало. За что-то мы не знали языка, мы не знали людей, не было представительства, не было литературы, но мы сделали первые 300 точки, 300 баллов. И тогава, сказок на профессора. Идем со мной во ресторан. В този ресторан се намира преди храм на Александр Невский. И там мы вдигнали заедно с профессором тост. Я сказал, ако ние направихме 300 точки, значит, возможно и 3000. Ако направим 3000, след това направим 30000. Ако и возможно 30000. Можем да направим 300000. И сега мой тайки прави 2 500 000 точки. Все начинается с первого шага. Аз никога не се страхува, да? Не се страхувам никога. Никога. Аз идвам винаги в неизвестное, спокойно, смело, с усмивка. За что-то аз знам, винаги знам, че, где има неизвестное, там има наиинтересное в живот. Я благодарю вас от сердца за что-то вы признали меня как наставника, доверились мне, поверили мне, пошли за мной. Для меня это была большая поддержка, большая подкрепа. И когда я пришла в храм Свети София, Аскадов, я сделаю все для этих людей, что в моих силах. И для меня было самым волнующим на празднике во Санкт-Петербург, кога наш экип
от нашей-то державы, прекрасной, сильной Болгарии, несли наш флаг. Тувая невыразимо. Это событие, это счастье. Вот это и есть счастье. Это и есть успех. Потому что мы с вами прошли большой путь. Мы накопили наш опыт, мастерство, знания, уверенность. Има ли сомнения у вас? Кое има ошты сомнения по успеху? Кой? Никуня, никуй. И это сейчас есть в ваших глазах. Вы не сомневаетесь. Каждый из вас сильный лидер из отувания Сметук. От различных держав, от Румынии, от Сербии, от различных родов на Болгария. Но наиважное наше достижение, какое, как вы думаете, какое наше главное достижение? Многие лидеры имеют такие сильные, мощные международные экипы. Во Санкт-Петербург, Асбиакнасцен, это и там были национальные золотые бриллиантовые лидеры. И ко мне подошли золотые лидеры от Кавказа Сергей и Ирина Антонян. И они сказали, когда вы можете приехать к нам на Кавказ? Я им сказала, вы знаете все. Вот и Лариса смотрит так. Вы знаете все, вы золотые национальные лидеры. Вы опытные, вы умеете работать с людьми. Что вам не хватает? Зачем я должна приехать? И этот мужчина мне говорит, нам не хватает тепла. На Кавказе не хватает тепла. То есть вот это помните всегда. Люди в этом нуждаются, а мы несем, мы это можем людям дать, отдать. Никогда не думайте, что я получу. Потому что хора видят опять в ваших глазах этот вопрос. Они видят, ты пришел ко мне дать или взять. Они это сразу понимают. И когда вы идете и не знаете языка в другую страну, но вы идете с намерением отдать, вас везде поймут и везде примут. Это я говорю по своему опыту. И в Болгарии, и в других странах Европы, где работают мои партнеры. Всегда меня встречали не так, а так, потому что я так к ним шла. Они не могли так закрыться, не могли. Потому что, еще раз повторяю, людям нужно то, что мы можем дать, наши возможности. А что мы можем людям дать? Много. Сега время, когда мы работаем в партнерстве, да започнем, да творим в партнерство. Каково значит товар? Это значит, что вы в своей работе опираетесь на каждого своего партнера, на его ценности, на его мечты, на его планы. И внимательно следите за этим и знаете,
куда вы его ведете. Это абсолютно необходимо. Посмотрите, какую мы сейчас с вами определили географию. Большая, вся Европа. И Лариса даже сказала, Лариса Станева от Руси, уж ты и Руси, и Саш, цял свет. Тувая си, что возможно. Но как вот рябва, когда имеете такую большую цель, как вот рябва, результат има, само тогава, куга, има, концентрация, отговорность, и няма никакви, как по-болгарски, извинения или оправдания. И я слышала сегодня, вы говорили, аз смога да вдигна свой-то объем в два пути, да? А аз говоря сега, трябва да говорим по сколько пути? Бог обича... Троица. Бог обича Троицу. Значит, Теодора, в три пути. Согласна? Да. Диана, согласна? Кой согласен? Скипи, мои приятели, друг из Борнямо, ако искати големи квалификации, ако искати да будете национальные лидеры, трябва сега, да вдигните свой-то объем в три пути. И какво искам да пожелая на всички ви. Вы почувствовали, что вы, каждый из вас, что вы очень сильный лидер? Почувствовали? Конечно. Кто почувствовал? Тувая очень важна. Тувая наиважна. И поэтому я желаю вам всем смелости и вдохновения. Я желаю вам всем терпения. Не требуя договорите, этот такой, тот такой. Сички не сме один экип. Найкрасивый экип взял цвет. И за това всички здравствуйте. И не треба договорить о лоши думе. Само позитивной думе. За что? Потому что ваша мысль, она питается только от позитивных дум. Позитивные думы дают ласк. Мысль ваша дает ласк. Дальше включается ваш дух. Мощный, сильный дух, для которого нет ничего невозможного. Дальше присоединяется воля, непоколебимая воля в то, что вы делаете. И только тогда вы идете вперед. И тогда ничего вас остановить не может. Нет такой силы, которая может остановить человека, у которого в гармонии мысль, дух, воля, действие. Вы это знаете, вы это поняли, и я вам желаю смело идите вперед. Я вам желаю, чтобы вы могли найти время подумать. Чтобы вы могли время найти и почувствовать себе то божественное, что заложено в каждом человеке. Это происходит, когда вы остаетесь один на один в тишине. Планина, близ морето, бавка и штата, но товая задолжительно рядом. Я желаю вам, чтобы вы
не теряли чувство юмора в тяжелых ситуациях. И такие ситуации у нас бывают часто. Чтобы вы могли найти винаги исход, помните, исход има винаги. Правильно я сказала? Да. Всегда об этом помните. И, конечно, мы сейчас имеем все для того, чтобы сделать пробив. Оштейден быт, благодаря вам много за ваши таработы и пожелаю вам на всички ваших семейства любовь, здравия и космет. Thank you.